Я прихожу в магазин 7.11. 11.11. Счастливое число. Смотрю на дату. 11 ноября. Смотрю на время 11.11. Я повсюду начал видеть число 11. Последовав за ним, я нашел эти глаза. Я расскажу вам историю о глазах, которые изменили мир. Когда я тебя увидела, мне показалось, будто мы знакомы. Еще из прошлой жизни. Я в такое не верю. А во что ты веришь? Я ученый, я верю в доказательства. У каждого человека на этой планете глаза уникальны. У тебя было такое? Знакомишься с человеком, и он заполняет твою внутреннюю пустоту. Ты не заболел? Нет. А то будто стихами заговорил. Когда практически живешь в лаборатории, появляется шанс сделать открытие. Знаешь, белый павлин символизирует души, разбросанные по земле. Мы хотим пожениться! Нет никаких доказательств, что на небесах живет волшебный древний дух. Почему ты так стараешься доказать, что Бога нет? Софи? Софи? Софи! От режиссера другой земли. Я даже не успел попрощаться. Что, если я скажу тебе нечто невероятное? Смело, оригинально, захватывающе. Значит так. В Индии родилась девочка с узором глаз, идентичным Софи. Невозможно. Провоцирует на основательные беседы. Что, если глаза и правда своего рода зеркало души? Лети в Индию. Я ищу одну девочку, но у меня есть только снимок ее глаз. Вы поможете ее найти? Что вы будете делать, если духовное опровергнет ваши научные доводы? У большинства людей двери крепко заперты. А что за дверями? Любовь, и злость, и страх, и радость, и грусть. Все сразу. Я начало.